На строительной площадке кипит работа. Старые конструкции и покрытия уже демонтировали. Сейчас устанавливают новые бордюры и готовят основания для возведения спортивных тренажеров. Руководитель территориального отдела Картинский Андрей Звеков показал депутатам Артему Грудинину и Марии Гаевской фронт работ. Сейчас делают подсыпку и основания. Вот. Сама эта спортивная площадка будет многофункциональной. У нее будут футбольные ворота, баскетбольные кольца и сетка для игры в волейбол. А также дополнительно здесь установят секцию с навесом с 6 различными тренажерами силовыми. Эта спортивная площадка пользуется популярностью у жителей, нагрузка на нее высокая. Все давно требовало ремонта, поэтому нынешняя реконструкция вполне логичный шаг муниципальных властей. Состояние было отвратительное, потому что там были вот такие дырки на всем резиновом покрытии. Все было в абсолютно неугодном состоянии. Вот, и жители просили развести здесь хотя бы ремонтные работы. А благоустройстве даже никто не надеялся. Работа над тем, чтобы реконструкция площадки наконец воплотилась в жизнь, велась почти год. Можно сказать, что это совместный проект администрации муниципалитета, депутатов, участников общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» и тех, кто проживает в поселке. Очень большое количество неравнодушных жителей, которые приняли участие в обсуждениях, которые высказывали свои предложения. И это, знаете, такая была совместная коллективная работа. Осенью прошлого года мы провели общественное собрание. И на протяжении полугода работали над проектом, потом получили денежные средства. И сейчас, насколько вы видите, здесь территория скоро задышит совершенно по-другому, все станет только лучше. Скоро начнутся работы и по соседству. На плане реконструкции видно, что в зону благоустройства попали две площадки. В старом сквере, который уже давно является излюбленным местом отдыха местных жителей, скоро все изменится. Там будет зона игровая для детей с различными канатными лазилками, будет тихая зона со скамейками и планируется зона под навесом для игры в шахматы и шашки. Но не только площади, указанные в проекте, будут благоустроены. Идя навстречу пожеланиям местных жителей, было решено привести в порядок и несколько прилегающих территорий. Мы прошли с подрядчиком везде, где по площадке по муниципальной территории провалы, они будут везде поправлены. Даже не на балансе. А? Площадка же не на балансе. Балансе? Вышли жители 5-го дома, попросили старую бельевую площадку поменять, ее нет в смете. Надеемся, договоримся и с вашей помощью, чтобы они пошли в нагрузку. Несмотря на увеличение площади благоустройства, работы планируется завершить в течение месяца. Максим Козлов, Иван Головков, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.